Так, МКС. 24-е. Июля 2021 год. Резвый. Оп. Вот елки-моталки. Попробуй же в тебя попасть, родной ты мой. 400 километров над нами летит. И со скоростью 27 тысяч километров в час. Сейчас он ближе к горизонту будет, чуть полегче станет наводиться на него. Когда он в зените над тобой пролетает, это просто невозможно. Так. Будем пытаться, пока есть визуальный контакт. Что-то на стоп-кадре может и получится порассмотреть. Да. Ну, это уже плотные слои атмосферы заходят в наш МКС. Забудем про него. Вот нам бонус. Сейчас я опущу штативчик. Красавица Луна. У нас поднимается над горизонтом. Полнолуние. У нас еще над ней Сатурн в 5-угловых градусах. Ну, в общем-то, этот мой пока приближать, наверное, не стоит, потому как слишком низко над горизонтом Луна. Кроваво-красная. И попросту никакой резкости, никакой четкости изображения нет. Попозже будет все получше. И кроме того, ближе к утру обещают погодку пояснее, более ясно. Ладно, поехали. Зафиксируем. Даже не знаю про таких. Я в Сатурн, наверное, просто не попаду. Слишком он тускленький. Да, сейчас придется, наверное, на других настройках снимать. Так, вот Луна. Хорошо, не будем тратить время на попытки. Сейчас перенастроим светочувствительности. Снимем нормальный дубль.
Так, а пока у нас 24 июля 2021 год, Харьков, 21:55 по Киеву в Харькове. Скоро появится и Юпитер, будет у нас вся Троица, полная Луна, Сатурн и Юпитер с Галилеевыми спутниками.